В Устьянах открылся первый в России снежный отель. Внутри гостиницы, которая полностью сделана из снега и льда, можно посмотреть кино, провести свадьбу и устроиться на ночлег. Юлия Майданова расскажет, почему в отель пока не стремятся заселиться постояльцы. Слышал я, что вы отель вот строили, и вот решил поглядеть, что же получилось. Дед Мороз – тот самый из Великого Устюга, главный гость на свадьбе. Екатерина и Александр Киселевы приехали из подмосковного Королева. Ребята решили пожениться не в обычном ЗАГСе, а в парадном зале уникального ледового отеля. Чарочка моя, серебряная, на золотом блюдо поставленная. Хоть свадьба и экстремальная, но традиции святое. Все, как полагается, гости, выкупы, розыгрыши. Устьянский народный хор пел северные заздравные и величальные. Это необычность всего происходящего. Дух просто перехватывает. Ну и, конечно же, хочу пожелать всем девушкам слушать свое сердце, и оно вам подскажет, где искать и как найти своего единственного и любимого. А накануне открытия строители, мастера со всей России, работали до позднего вечера, но самые нетерпеливые зрители съехались заранее. Гости толпами бродили и разглядывали архитектурное чудо ночью в свете прожекторов. Устьянские скульпторы воссоздали обстановку деревенской избы с печкой, лавками и утварью. Самовар для горницы вырезали мастера ледовых скульптур. Ну, темпы такие меня просто поражают. Я не думал, что в нашем медвежьем углу возможно такой туризм, скажем так. Торжественное открытие ледяной гостиницы на 30 мест состоялось в Масленицу. Экскурсия по отелю стала частью гуляний. В снежном спортзале энтузиасты поднимали ледяные гири и гантели. Замерзающие взрослые прямиком шли в бар. Хорошо, очень нравится. Глинтвейн вкусный, чай горячий. Но заселиться в ледяной отель в день открытия никто из гостей не отважился. Мороз кусается, да и цены тоже. Двухместный номер – 10 тысяч рублей в сутки. Думаю, что несколько номеров будет в любом случае использовано в процессе сегодняшней зимы и марта месяца, потому что это мероприятие больше экзотика, и думаю, что желающие найдутся побывать там и переночевать. Пока отель не растаял, здесь ждут отважных постояльцев и предлагают дополнительные услуги – особо теплые спальники и горячий глинтвейн. Юлия Майданова, Лада Голтвина, Ирина Марчик, Вести Поморья, Устьянский район.